именно, понимаешь, как бы сметану такую деревенскую, в которой больше сладости, чем кислинки. Да, но при этом творог у нас не жирный, не так жирный и сухой. Мы договорились с самого начала, жирный, сухой творог. У нас же Пасха, мы уже себе разрешаем все, позволяем. Ну да, это же не каждый день. И потом, ты понимаешь, тут уже главное, чтобы вот это сочетание как раз-таки воздушного, если грамотно испеченный кулич, воздушного кулича и жирной этой Пасхи, это, собственно говоря, получается как вот такой грамотный чизкейк. Немножечко прослойки вдобной и хорошая жирная основа. Собственно говоря, ты знаешь, вот Пасха на себя похожа на себе, по себе на чизкейк. Ну, это вот сырный торт. Сырный, да. Ну, да, сырный. Да, такой, да. Девушки, извините, хочу напомнить 7-2-8-7-1. Первый дозвонившийся. Конечно. А, давайте я позвоню, у меня мобильный в суде. Я хочу себе позвони мне, позвони. Что конкурс будет? Она тебе на мобильный должна брать? Юрий Высоцкий у нас в гостях, я напомню, мы говорим о кулинарии вообще и в частности о пасхальном меню. Сейчас я набираю, подождите. Я не хочу, я хочу сама попробовать. Так всегда и народу книжку получить. Ладно, 7-1-7-1, пожалуйста, уберите нам 4-5. Опять дай свой мобильный. До завтрашнего утра. Мне мужик один прям говорит, ну вообще, мол. Это было очень круто. Я такая, нет, ай, там пару-тройку человек услышали, но большого счету нет. 728-7171, кто дозвонится, тому достается книга «Пасхальное меню» от Юлии Высоцкой. Значит, мы обсудили кулич. Ну, кулич дома печь, это вообще тяжело. Ой, это прекрасно. Ты знаешь, это такое действительно... Я вообще для тех людей, которые на кухне расслабляются, отдыхают, мне кажется, что работа с тестом... Это вот абсолютный медитативный процесс. Это чудесно. Да? Ну давай попробуем намекнуть на то, как это можно сделать. Ну ты понимаешь, тут все-таки зависит. Да? Ну нужно тут все-таки тесто, я бы не стала вот так вот под диктовку записывать. Нужно поискать рецепт, если нет рецепта от бабушки, мамы. И вообще-то... Нет, нас слушают, например, молодые люди, ну плюс-минус 35-45, да, и вот как? Ну может быть кто-то когда-то это делал, но по большому счету я не уверена. Хорошо, я тебе хочу сказать, на килограмм муки нужно брать где-то 50 граммов свежих дрожжей, 30-50. О, дрожжи. То есть еще надо его замачивать? Да, честно, должно. Не замачивать его не надо. Ну, замачивать мы будем другие вещи. Желатин, например, для приготовления желе. Но растаивать тесто необходимо. Слушай, такой кайф, все легли спать. Так. И ты себе даешь вот 3-4 часа, включаешь себе любимую музычку на кухне. Можно зажечь какую-нибудь свечку, можно включить любимую программу «Вечерний Ургант» по телевизору. Ну, может, любимый фильм, ага. Понимаешь, то есть ты сама с собой, тебе можно позвонить подружке. Ну, это в Пасхе, да, естественно? Ну, вообще, раньше куличи пекли в чистый четверг. А, и так действительно не жарели сливочного масла, яиц туда, сливок, молока и так далее. Но тогда кулич не черствеет. Он получается нежно, воздушным. И еще следующую всю неделю, опять всю следующую неделю можно печь куличи, если тем более у тебя они удались, пользуются успехом. И это так приятно, когда получать. Вообще, чудесный подарок на Пасху. Вот мы же дарим на Рождество подарки. Мне кажется, на Пасху тоже прекрасный повод подарить подарок. Тоже меня смущает. Причем тебе долгий процесс. Дрожжи ничего не получится, и все. Ну хорошо, все, давай, ладно, я согласен с дрожжами. Значит, тесто мы... Дрожжи мы будем в теплом молоке. Работал наиболее эффективно, когда желтки отделяются от белков, и сначала вымешивается, добавляется мягкое сливочное масло. Вот уже ты сначала смешиваешь дрожжи, делаешь опару. А дрожжи... Опара что такое? Опара – это вот то, что сначала растаивается. А. То есть вот у тебя мука, которую ты просеяла, в муке добавляешь соль, причем где-то так чайную ложечку соли без горки, чтобы она дала вот этот контраст, приятно, чтобы сахар лучше сработал. Дальше ты добавляешь дрожжи, которые у тебя... В молоке, когда ты их дал, они должны там уже начать вот так, да. Пенка должна получиться. Да, это Да. И потом ты выливаешь, после того, как процесс пошел, замешиваешь или руками очень активно, или в комбайне с помощью крюка такой насадки,